знаете, идея Златовласки, она витала уже давненько в нашем театре, витала в желаниях, мечтах главного режиссера Александра Николаевича Ковшина и в мечтах и желаниях наших партнеров. Это хореографическая наша школа, очень знаменитая, и там учатся талантливые дети. Вот что-то не складывалось, наверное, всему свое время, да? И причем Александр Николаевич довольно-таки часто говорил мне о ней, что вот она витает, эта мысль поставить. Мы обсуждали, да, ну как-то все откладывалось. И вот теперь мы сейчас активно работаем над этой постановкой. И премьера будет в конце декабря к Новому году. К Новому году харьковчан ждет наш новый замечательный спектакль «Златовласка».